Всем здравствуйте, село Березово. Здесь раньше находился животноводческий комплекс, и наша власть здесь сделала свалку на водном, значит, не разрешили. Люди молодцы, отбились с Арсеновки, их выгнали. И посмотрите, что они теперь сваживают сюда. И пакеты кругом. Вообще кругом, до деревни метров 400. Там он даже видно дома. И все это поле, все в пакетах. Как с этим вообще бороться, я не понимаю. Власти-то куда наши смотрят? Притобольного района. Курганские власти. С одного места турнули, значит, в другое. Привязались. Мы здесь Березово не люди, да? Я вообще в шоке. Потом говорят, пожары кругом. Все засрали эти пакеты. Вчера ветер был в сторону деревни, все пакеты летели в деревню. О, не знаю. Возле дома, если кучка мусора приедет, предписание тебе напишет, штрафанет. А то, что здесь кругом в радиусе, не знаю, 2 километров пока все валяется. Вот она, эта свалка. Двери открыты. Кучи мусора вообще кругом валяются. Контейнера полные, никто их не увозит отсюда. Я вообще в шоке. Вот она, площадка, якобы огородили ее. Так делайте тогда и крышу из сетки, чтобы эти ваши пакеты не летали здесь. Что вы их сваживаете? Почему их не везете на утилизацию или еще куда-то? В общем, это видео будет в интернете. Отправлю его властям Кургана, нашим властям, господину Лесовому. Как понимаю, он вроде глава у нас Притобольного района. Вот, все, кругом один мусор. Все пакеты, все в деревню летит. Приехал специально сегодня. Вот это дело все снять, потому что вчера вышел в огород, смотрю, пакеты летят, думал, снег летит, нет, пакеты кругом.